Был ли светофор зеленым в рубрику «Нам здесь жить»? Продолжают поступать жалобы от жителей города. На этот раз поводом для недовольства стали, как ни странно, новые светофоры на перекрестке Мира Ленина. С одной стороны, конечно, хорошо, что электронные регулировщики обновляются, ведь многим из тех, что установлены на городских перекрестках, почти два десятка лет. Но с другой стороны, получается, что новое оборудование, которое, к слову, еще не подключено, закрывает сигналы старых. Выходит, что, подъезжая к перекрестку, водитель не видит сигналов и, само собой, предполагает, что светофоры вышли из строя. А так и до беды недалеко. Хотя в организации, которая как раз и занимается установкой регулировщиков, нам пояснили, что до конца недели от путаницы на перекрестках избавятся. Старые светофоры демонтируют, а новые введут в эксплуатацию.